живая. Находимся на чемпионате мира по авиагонкам Формула-1. Первый раз проводится чемпионат в России. Посмотрим, что сегодня будет. Эти гонки происходят для отбора и предварительного отбора на чемпионат мира, который мы планируем провести в 2022 году в России здесь. Да, это гонки на скорость, и, соответственно, ну, если с автоспортом сравнивать, то класс этих гонок именно приравнен к Формуле 1. Секундомер пошел отсчитывать. Пошла попытка. И посмотрите, какая расцветка. Бело-сине-красный триколор. В небе экстра. Экстра 330 под управлением Владимира Якушева. Мы будем экстру с добрым таким легким юмором называть трофейный немецкий самолет известного авиаконструктора «Экстра». В руках нашего русского летчика будет составлять конкуренцию Як-55 и Су-26-29. Посмотрим, что выжмет Владимир Якушев из этой трофейной техники. Вот он прошел четвертые ворота, виражик вправо, секундомер щелкнул 40 секунд, и перед ним пятый створ ворот. Пожелаем ему дополнительных... Вы слышите, как километров в час и минимальных секунд на секундомере. Как работает мотор. Работает он по-другому. Экстра шумит по-другому. И летчики знают этот характерный надрывистый звук лайткоминга. Итак, минута 0,5 уже у нас на секундомере. Разворот перед последними финишными створками ворот на нашей трассе. Первый круг Владимира Якушева. И вот он пролетает створ. Минута 15,6 на секундомере. Будем болеть за этих ребят. Михаил Шамулин и Владимир Якушев. Чисто гипотетически ставлю на них. Количество самолетов меньше, чем количество летчиков. И это так называемый парк самолетов, которым располагают русские авиационные гонки. Ага. И мы часто будем видеть, что один самолет и разные летчики. А Сухой 26-й этот композитный самолет и будет в руках нашего прославленного спортсмена демонстрировать максимальные результаты. Итак, Сергей Егоров уже пролетел двойпилон. Подлетает он к очередным воротам. Третий преодолевает. На секундомере у нас 21 секунда прошла. Неплохо он управляет. Хорошо управляет. Главное не делать ошибок. И все это удается Сергею Гурову. Прошел четвертые ворота, развернул форсированным виражом и мчится к пятым. Они только что были третьими створами ворот. И уверенно берет. Щелкнул 40 секунд секундомер. Итак, внимание. И дальше летит. Ох, какой рокот этого двигателя. Во все помидоры работает акселератор. Есть разворот через... Это форсированный виражок с минимальным набором и четкий горизонт. Смотрите. И смотрим его на секундомере. Минута ровно 64 тысячных секунды. Сергей Гуров. Выиграет в нашу любимую авиацию. И запомните, авиация — это та женщина, которая никогда вам не изменит. Ну что, осталось назвать нам победителя сегодняшних соревнований с результатом 57 секунд 7 десятых секунд. Золото в сегодняшних соревнованиях русских авиационных гонках завоевывает Александр Васильев. Thank you.
устал, я не знаю. Круто, наоборот.